Полиция задержала подозреваемого в убийстве 71-летнего одессита. Задержанный 41-летний гражданин другого государства ранее был судим. Он вместе с погибшим распивал спиртные напитки, ну а затем между мужчинами возникла ссора и драка. В результате тело пожилого одессита нашли с телесными повреждениями в подвале одного из домов на Богдана Хмельницкого. Задержанный сознался в убийстве. Напомню, ранее он уже отбывал срок. В ході проведення оперативно-розшукових заходів за скоєння даного злочину був затриманий іноземець, який нещодавно звільнився за законом Савченка та, на превеликий жаль, скоїв очередний злочин. В теперішній час відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України. Він ударив його, мене, я воткнув йому, не пам'ятаю, п'яний був, шею. Потом мы останавливали ему кровь, завязали все, кровь остановилась, ну дырка. Он был живой. Я начал девочку, как говорится, чих-пых, и он мне палкой сзади вот разбил голову. Ну и я его пришлось добить.